Жена пенсионерка Гогена Солнцева наложила на себя руки. Экстравагантный шоумен узнал о поступке жены пенсионерки Екатерины Терешкович, когда был на гастролях. Артист срочно вернулся в Москву. В разговоре с журналистами Гоген Солнцев признался, что ему сложно говорить на эту тему, потому что он в шоке. «Сказать больше нечего. Старуха окончательно сошла с ума», – заключил шоумен. Гоген и подумать не мог, что его супруга решится на такой кардинальный шаг. Хотя сейчас, уже постфактум, он отметил, что в последнее время Екатерина вела себя очень странно. Стала какой-то замкнутой, не хотела отпускать меня на гастроли, потому что считала, что там я себе найду любовницу. Я же ей строго сказал: «Катя, а что мы жрать будем, если я не поеду работать?» – задал риторический вопрос Гоген. Солнцев рассказал, что перед тем, как принять попытку покончить с собой, Терешкович рыдала в трубку во время разговора с ним. Однако, когда он спрашивал, что случилось, та ничего не отвечала. А потом мне сказали, что она устроила это шоу. Из-за нее я перенес 2 выступления. Старуха измочалила меня в конец, – пожаловался Солнцев. К счастью, медикам удалось откачать Екатерину Терешкович. Она находится под неусыпным вниманием персонала в больнице. Однако ее состояние все еще находится под угрозой. Сознание к ней пока не вернулось, она что-то бессвязно бормочет и рвется доделать какие-то дела. Гоген Солнцев настроен крайне пессимистично. Не исключено, что Катю упекут в психушку пожизненно, если не придет в себя. «Я не знаю, что делать дальше», – признался скандально известный шоумен. Напомним, Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович оформили отношения весной 2018 года. Причем изначально в эту любовь никто не верил, считая ее пиаром. Впрочем, когда мать Гогена узнала о его женитьбе, то ее сразу сразил инсульт. Вначале в отношениях влюбленных царила идиллия. Гоген и Екатерина даже думали о том, чтобы завести ребенка. Однако все изменилось после того, как Терешкович сделала пластическую операцию и сменила образ. Гоген счел, что жена решилась на это не ради него, а чтобы нравиться другим мужчинам. Разразился громкий скандал. С тех пор отношения в паре напоминают вулкан, который вроде и внешне спит, но внутри происходят невероятно горячие процессы. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!